Привет, друзья. А это моя картина на экране. Замечательная моя картина. Юдоль. Была много раз на выставках. Слушайте, я вам хочу рассказать, как быстро и легко научиться освоить метод ключ. Об алгоритме, который помогает его освоить. Начинается она со старых книг «Защита от стресса», но самая последняя книга была «Укрощение стресса». Это как Талмуд. Ну вот есть же там в религии Талмуд, а у нас тоже такое Талмуд – «Укрощение стресса». Если религия открыла человеку веру в Бога, то метод ключ открывает человеку веру в свои собственные возможности. Да, и помогает научиться использовать высшую из энергий, энергию стресса в собственных интересах. Алгоритм простой. Выходите на меню сайта stress.su или hasai.ru. И там в меню есть магазин, и там в магазине смотрите «Укрощение стресса». Да. Теперь слушайте дальше. Алгоритм. Значит, на сайте стрессу, на главной странице, написано, что я обучал людей, которые находятся в экстремальных ситуациях и готовятся к экстремальным ситуациям. Стало быть, метод ключ помогает каждому из нас научиться готовиться к ситуациям экстремальным и к ситуациям неопределенности, создавать в этих условиях за короткое время полную определенность, а это очень важно для спортсменов, для бизнесменов, для писателей, актеров, войти в роль там и так далее, и так далее. Полная определенность в условиях неопределенности. За счет конкретных действий, за счет микроалгоритмов, последовательных действий, например, действий, связанных с физиологическими изменениями. Например, там есть приемы, как ухо размять, потому что миллион сигналов сразу идет в мозг. Тут у тебя неопределенность, и у тебя, как у солдата на фронте, готового ко всему, напряжение резко растет. Ну, будь ты спортсмен, будь ты художник, будь ты бизнесмен, будь ты перед переговорами, напряжение резко растет, и ты себя начинаешь накручивать. А тут ты берешь себе ухо, разминаешь, и оттуда миллион сигналов идет, и спазмы сосудов снимаются, и резкий спад напряжения, и у тебя включается эндорфин, и такое возникает ощущение, как будто ты 50 грамм выпил. Именно потому, что люди раньше не знали, что надо неопределенность, сбалансировать определенностью, появилась виноводочная промышленность, потому что он хлопнет себе там рюмочку, ему легче стало, отпустило. А тут не надо ничего, никакого алкоголя, потому что аптека внутри вас, внутри нас, внутри всех. Миллионами лет эволюции выработана. Простые действия, алгоритм простых действий, полной определенности. Попал в неопределенность, раз себе ушко размял. Миллион сигналов в мозг, спазм сосудов снялся, эндорфин включился, тебе хорошо стало. Или, например, вторая определенность. Нет, это мы потом будем говорить на вебинаре. Это и для спортсменов, и для бизнесменов, и для всех. Вторая определенность будет совершенно чудесной. Ну ладно, ладно, на самом деле. А то меня сейчас вот, я люблю любимую тему. Вот как говоришь на любимую тему. Я океан имею знаний. Только задавайте вопросы. Самое главное, мы сейчас сделаем закрытую группу, где будут попадать только те, которые продвигают нашу школу. А это я легко определю через свой фильтр. Очень просто, на Ютубе. Кто не лайкает и коммент не пишет, в закрытую группу не попадет. А только в закрытой группе я буду давать сверхсекретные вещи. Те давно востребованные всеми элементы ключ 2, и даже я там буду давать ключ 3. Но для этого надо же постараться, нажмите кнопку лайка. А кто не будет нажимать, я буду понимать. Просто лентяй. Вот когда вырастешь, когда станешь активным, когда действительно твоя любознательность станет такой, как у меня, благодаря чему люди становятся великими, почемучки становятся великими. Поэтому давай,
нажимай, приходи, алгоритм. Понятен? До встречи, друзья.